Как и обещал, в данном видео мы полностью пройдем игру по пути Гайла. Здесь не будет чтения текстовых документов, осматривания предметов, зачистки комнат, а сделаем основную ставку на показ новых путей. Данное видео будет пройдено на сложности Hard с бесконечными боеприпасами на гранатомет. Да, они открываются после первого прохождения игры. И можно сказать, это получился своего рода спидран. Поэтому те, кто не видел прохождение по пути Рика, советую сначала ознакомиться с ним. Там полностью и подробно все рассказано и показано. Ну что ж, меньше слов, больше дела. Приступаем к прохождению. Получена почта. Второй отчет из экспериментального комплекса. Агент Том. Мне удалось внедриться в комплекс. Информации по секретной разработке нового оружия я не нашел. Но я выяснил, что в комплексе находится посторонний. Это доктор Кирк. Авторитетный ученый, занимающийся энергетикой. Предполагалось, что он погиб еще 3 года назад во время одного из своих экспериментов. Оказывается, это не так. Похоже, что в настоящее время он возглавляет гражданский проект. Этот проект уже на стадии завершения. Думаю, эта страна замешана в инсценировке смерти доктора. Рекомендую немедленно принять необходимые меры. Обращение к данным по доктору Кирку. Погиб. Доктор Кирк представил самый передовой источник чистой энергии. Правительство закрыло финансирование. Лаборатория закрыта. Трагедия. Доктор Кирк погиб от несчастного случая во время эксперимента. Инструкции. Найдите доктора Кирка в кратчайшие сроки и доставьте его целым и невредимым. Приближаемся к цели. Сильная буря! Встречаемся в условленном месте. Ясно. Извините, что опоздал. Пора. Выходим. А как же Купер? Забудь о нем. Время вышло. Постой! Постой!
Первая контрольная точка. Игры кончены, детки. Что-то не так. Нет света в караульном помещении. А может, у охранников была вечеринка? Знаешь, песни, танцы. Оставайся здесь, сосунок. Охранниками займусь я. Ты слышала, как он меня только что обозвал? Забудь об этом. Предоставь все Гейлу. Ну, хорошо. Ну хорошо, за дело. Я проникну в здание и займу комнату управления на втором этаже. Оттуда я смогу управлять всеми системами безопасности. Свяжусь с вами, как только буду в комнате. Дай-ка угадаю, это ты сделал, да? Хм, металл еще горячий. Эти охранники стреляли во что-то совсем недавно. С кем же они сражались? Сражались? Думаю, они и глазом моргнуть не успели, как их сожрали. В кого бы они ни стреляли, это пришло оттуда. Вломилось через стальную ограду. Ну, холл чист, но я все же уверена, что и ты мог бы это сделать. Очень смешно. Нам все еще нужно понять, что здесь произошло. Продолжайте зачистку сектора. Это Рик, я на месте. Но тут совсем никого нет. У меня плохое предчувствие. Есть успехи системы безопасности? Не знаю, что здесь было, но похоже, все электричество в здании отключилось. Здесь то же самое. В таких условиях я работать не могу. Тебе надо запустить аварийный генератор на подземном этаже. Ясно. Что ты здесь делаешь? Я слышал последнюю часть вашего разговора. Кстати, я нашла ключ. Давай его мне. Идем наружу. Отвратительно. Парня выпотрошили. Кто-то выпустил ему кишки. Посмотри на следы от зубов. Похоже, это было какое-то животное. Хорошо, двигаемся дальше. Гейл?
Гейл! Гейл! Что это? Хорошие новости! Я включил систему управления. Как там обстановка? Гейл, я его потеряла. Ха, а какие плохие новости? Ты наткнулась на охрану? Ты мне не поверишь, на него напал какой-то динозавр? Ха-ха-ха, вот здорово! Ну и кто это был? Это не шутки, идиот. Нас пыталась сожрать здоровенная ящерица. Так что все-таки у вас там происходит? Хорошо. Иди в комнату управления, и там мы разберем всю ситуацию. Как наши дела? Эта система безопасности для меня пара пустяков. Так что же все-таки случилось с Гейлом? Он говорил, что там был какой-то динозавр? Да, невозможно в это поверить. Просто надеюсь, что он еще жив. Во что бы то ни стало, нужно сначала выполнить задание. Что действительно нужно сделать, так это вызвать вертолет и выбраться из этой смертельной ловушки. Отличная идея, но рация у Купера, а он пропал. Эй, что с монитором? Это монитор системы безопасности подземной зоны. Камера отключена. Я так понимаю, в этой зоне еще не восстановлено энергоснабжение? Точно. Эта зона и наземный уровень подключены к разным энергосистемам. Мы можем осмотреть ту зону, когда закончим зачистку на наземном уровне. Хорошо. А я разберусь с заслонками, из-за которых мы не можем войти. Заходишь внутрь, хватаешь доктора и бежишь назад. Угу. Что я действительно хочу знать, так это откуда лезут эти твари? Регистрируйтесь.
Гейна, я сумел сдвинуть заслонку. Теперь у тебя должен быть доступ к пульту управления. Уже? Так быстро? Спасибо. Да ладно, вперед! Кто-то выжил. Вы спасатели? Да, я из спасателей. Вы знаете, где можно найти доктора Кирка? Кирк. Этот кретин. Что он еще замышляет? О чем это вы? Вот. Возьмите. Для чего это? Я не знаю. Мне сказали, это очень важно. Это шутка? Я открыл заслонки у входа. Еще одно. На мониторе мелькнуло что-то похожее на человека. Это должно быть где-то поблизости от передней части тренировочного зала. Так что сначала посмотрите там.
Гейл, ты все еще жив. Отлично. Что это? Очередная ящерица? Это не ящерица, это динозавр. Динозавр? Послушай, здесь действительно что-то не так. Все задание пошло наперекосяк. На поле боя всегда нелегко. И неважно, с кем ты или чем ты сражаешься. Что-нибудь слышно про доктора? Мне нужно встретиться с Риком. Моя рация сдохла, а он единственный, кто может ее починить. Это ты? Да. Ну что, у нас появилось электричество? Все работает. Благодаря тебе. Слушай, мне нужно, чтобы ты вернулась. У меня есть к тебе разговор.
Что за спешка? Геолог Томми, он видел кого-то на мониторе под землей. Промелькнуло очень быстро, но я уверен, что я что-то видел. Рик, открой заслонку в подземный сектор. Что это? Это сигнал бедствия от одного из членов нашей команды. Скорее всего, это Купер. Да, или может быть Том. Он проник в комплекс, выдав себя за ученого. Можешь запеленговать сигнал? Он исходит снаружи здания, источник к востоку от заднего входа, через который мы вошли. Послушай, с этим разберемся позже. Самое главное, выживший в подземелье. Возможно, это доктор. О чем ты говоришь? Он просит у нас помощи, мы не бросаем своих. А что, если это ловушка? Хочешь, чтобы и тебя пришлось спасать? Не беспокойся, я готов пойти на риск. Не забывай про наше задание. Мы здесь не с детишками нянчимся. Ты работаешь так, я иначе. Ладно, я открыл тебе твое подземелье, Гейл. Так вали туда. Ты делаешь твое дело по-твоему, а я свое по-своему. Этот подонок начинает действовать мне на нервы. Редина, я направляюсь в подземную зону. Доктор Кирк? Стой! Редина, слышишь меня? Что происходит? У меня новости насчет доктора. Я его упустил, но он определенно где-то в районе лаборатории. Бросай все и немедленно дуй сюда. Я вижу лифт. Может быть, на нем я смогу спуститься со второго этажа? Я нашел Тома. И? Я опоздал. Он не справился. Ты сделал все, что мог. Я возвращаюсь в комнату управления. Продолжу работать с системой.
Регина! Я наконец добралась до лаборатории доктора. Хорошая работа. Похоже, чтобы открыть дверь, нужны усилия одновременно двух человек. Держись, я иду. Так, как обстановка? Вот, возьми. Готово? Хорошо. На счет три. Раз, два, три. Его здесь нет. Почему? Операция и так слишком затянулась. Внимание! Работает аварийная система. Начинаю экстренную блокировку. Что происходит? Нет, должно быть, Кирк включил систему безопасности. Идиот! Что у вас там, Регина? У меня на экране сообщение, что в вашей зоне экстренная блокировка. Мы здесь в ловушке. Похоже, дело рук Кирка. Мы ничего не трогали. Попробуйте что-нибудь сделать. Посмотрим, что у меня получится. Что не так с этой штукой? Успокойся, Гейл. Как-нибудь выпутаемся. Внимание, экстренная блокировка отложена. Зона будет заблокирована через 10 минут.
Нам лучше убираться. Мы сняли блокировку и сейчас на пути к выходу. Но весь подземный уровень кишит динозаврами. Вам никак не пройти. Не паникуй. Я их по одному перебью, если понадобится. Отличный план, командир. Но у меня есть получше. В личной комнате доктора есть люк аварийного выхода. Думаю, вам проще направиться туда. Ты уверен? Угу, но есть проблема. Люк защищен паролем, хранящимся в основной системе. Забудь об этом. Если ты не успеешь взломать код, нас сожрут динозавры. Знаю, просто тебе нужно доверять мне. А я не доверяю. Отлично, а ты, Регина? Выбирай. Гейл! Вы счастливчик, доктор? Так вот вы какой неуловимый доктор Кирк. Да уж, заставили вы нас потрудиться. Хитрая бестия, хитрая как крыса. Весь остров превратили в свой лабиринт. Я рад, что тебе понравилось, здоровяк. Заткнись! Удивлен, что они кого-то за мной послали. Слышал, что они объявили меня погибшим. Ты нарываешься на драку? Я с удовольствием тебе ее обеспечу. Расслабься, агент. Мои исследования подходят к завершающей фазе. Чудесно, не так ли? Но я не могу уйти до того, как проанализирую окончательные результаты. Твои результаты яйца выеденного не стоят. Я забираю тебя по приказу, так что заткнись и иди за мной. Регина, найди комнату связи и вызови вертолет для эвакуации. Вы не можете этого сделать, у меня есть права. Наше командование считает тебя правительственной собственностью, приятель. Привыкай. Они не могут этого со мной сделать. 3 года назад они бросили меня здесь, а теперь требуют назад. Это абсурд. Заткнись. Ну застрели меня, идиот, тупоголовый болван. Заткнись! Где комната связи? На лифте вверх от комнаты управления. Чтобы воспользоваться лифтом, нужна карточка. Я знаю, что у тебя есть такая. Давай ее сюда.
Ну ладно. Что ж, договорились. Встретимся на вертолетной площадке. Эй, постой, куда ты идешь? У меня есть одно дельце, которое нужно закончить. Этого парня я оставлю с Риком. Пошли. Незаконченное дело? Что случилось? Только что сработал аварийный замок на третьем этаже. Я сейчас чуточку занята. Сделай с этим что-нибудь. Не мучайся. Я открыл замок. Регина, ты меня слышишь? Наконец-то связь. Сигнал очень слабый. Доложи обстановку. Я дам сокращенную версию. Задание выполнено. К черту первоначальные планы. Подбери нас на вертолетной площадке. На вертолетной площадке? На острове была кровавая баня. Единственный, кто выжил, доктор. Подробности потом. А сейчас возвращайся и забери нас как можно скорее. Понял, жди. Регина, как обстановка? Вертолет уже вылетел сюда. Отлично, не теряй ни минуты. И запомни, выходи к вертолетной площадке через главный выход. Thank you.
Ты в порядке, Регина? Где Гейл? Не знаю, от него ни слова. Что он делает? Наконец-то. Я предполагал, что задание будет не из легких. Впрочем, могло быть и хуже. Странно. Что-то напугало животных. Сюда! Все пропало! Вертолету конец! Как мы будем отсюда выбираться? Успокойся, найдем другой способ. Ладно, прекрати. Ничего не получится. Что такое? Лифт закрыт. Нужно искать другой путь. Снова ремонт. Да весь этот комплекс держится на соплях. Думаю, я смогу это починить, но это займет какое-то время. Ты уже закончил? Ну, конечно. Пойдем. Так, кажется, я нашла выход отсюда. Молодец, девочка. Показывай.
Хорошо, мы снова здесь. Что теперь? Должно быть, отсюда мы можем попасть в подземный порт. Да, давай так и сделаем. Я волнуюсь насчет Гейла. Наш бесстрашный лидер. Ну хорошо, идем. Что случилось? А, наверное, предохранитель вылетел. Что происходит? У меня свет погас. Гейл, ты на этаже Б3? Да, немедленно включить электричество. Гейл, неподалеку есть порт. Там должен быть какой-нибудь корабль. Понял. Кирка, беру на себя. Восстановить питание и обеспечить путь отступления. Понял. Что за... Батарея полностью разряжена! То, что нужно, чтобы восстановить подачу энергии. Позабочусь о системе безопасности, а ты займись путем побега. Thank you.
Гейл! Ага. Скоро у Кирка кончится укрытие. Я все починил. Можешь открывать заслонки. Регина! Похоже, эта дверь ведет к порту. Чтобы это открыть, понадобится немало времени. Ты слышишь, Майк? Ключ от порта у меня, но за мной гонится ящерица! Я направляюсь к главному лифту, встретимся на первом этаже, поторопись! Похоже, не только у нас неприятности. Понимаю, тебе весело. Но если этого парня съедят, ключ придется доставать из живота динозавра. Ты должна его спасти.
Думай быстрее. Да. Что? Что это? Я видела похожую штуку в лаборатории Кирка. Похоже, у нас проблема. Наверное, это вихрь. Побочный эффект экспериментов с третьей энергией. Как нам пройти мимо этой штуки? Либо мы найдем способ, либо станем пищей для динозавров. Не смешно. Ну хорошо, я вытащу из компьютера всю важную информацию. Регина, займись поиском решения.
Должна соблюдаться
Рик, я нашла главный генератор третьей энергии. Прекрасно. Попробуй его включить. Внимание! Проверка генератора завершена. Внимание! Для работы с генератором необходима карточка-ключ. Не двигаться. Что вы делаете, доктор? Вписываю свое имя в историю, как изобретатель универсального источника энергии. Открой глаза, безумец! Ваше открытие станет лишь очередным страшным оружием. Похоже, ты обладаешь даром предвидения, а? Жаль, что тебе придется умереть. Рик, цель захвачена. Выйди на связь. Прошу прощения, что прервал вашу речь, док. Продолжайте. Да, я продолжу. 3 года назад я открыл, что освобожденная третья энергия изменяет пространство. Сначала я думал, что энергия меняет участок пространства на такой же из альтернативного пространственно-временного континуума. Но я ошибался. Пространство не перемещалось, оно сменялось. Попробуй объяснить так, чтобы даже женщина поняла. Третья энергия может заменить область пространства на ее же, но из другого времени. Что? Да, и сегодняшний финальный эксперимент это доказал. Эффект его вы наблюдали сами. Эти ящеры жили на Земле, где сейчас стоит комплекс, около 65 миллионов лет назад. Так вот как динозавры попали в наше время. Именно. И это сделал я. И сколько человек погибло ради этого открытия? Да какая разница? Цифры не имеют значения. Скажем так, их было много. Необычная смерть для обычных людей. Ты не согласна? Ты настоящее чудовище. Чудовище или герой? Мне все равно, только мой эксперимент имеет значение. Хватит! Сейчас имеет значение только одно. Твое изобретение не дает нам уйти отсюда. Вам нужно уничтожить вихрь. Единственный способ это сделать — добиться перегрузки генератора третьей энергии. Теоретически, третья энергия и вихрь должны уничтожить друг друга, если войдут в контакт. Но есть один момент.
Если вы не остановите перегрузку генератора третьей энергии, весь этот регион может переместиться в другую точку пространственно-временного континуума. Значит, нам надо быть подальше отсюда, когда произойдет перемещение. Все просто. Но мы не можем запустить генератор. У вас нет инициализатора и стабилизатора, верно? Где их найти? Успокойся. Они хранятся в одной из комнат уровня безопасности А, на этаже B3. Очень хорошо, док. Похоже, ты все понимаешь. Мы выживем, ты выживешь. Хорошо. Я подготовлю программу, которая направит поток третьей энергии в вихрь. Я присмотрю за доктором. Регина, ты должна найти эти устройства и перегрузить генератор. Они хранятся в одной из комнат уровня А, на этаже B3. Постойте! Весь этаж заполнен динозаврами. Тирекс тоже там. Прежде чем идти, надо взять ситуацию под контроль. Вот, возьми. Это чертежи инициализатора и стабилизатора. Я наткнулся на них, когда просматривал базу данных. К счастью, неподалеку от нас есть склад запчастей. Надо взять там нужные части и собрать устройство. Это смешно. У Регины нет необходимых для этого знаний. Мы даже не знаем, есть ли там эти части. Лучше попробовать найти уже готовые устройства. Там слишком опасно, она не справится. Тебе идти туда, Регина. Так что и решать тебе. Итак, твой выбор. Хорошо, давай. Главное, всегда будь настороже.
Включено. Внимание! Подключите к генератору инициализатор и стабилизатор. Thank you.
Внимание! Мощность третьей энергии приближается к критической точке. Немедленно прекратить операцию. Внимание! Мощность третьей энергии приближается к критической точке. Попытка снизить мощность. Регина, я довел значение энергии до максимума. Ну вот, помни, что после перегрузки пути назад не будет. Значит, мы не будем оглядываться. Устроим себе прощальный салют. Внимание! Безопасные параметры превышены. Перегрузка третьей энергии. Немедленная эвакуация всего персонала. Повторяю. Немедленная эвакуация всего персонала. Зачем нужно было меня спасать? Какая глупость! Гейл! Я в порядке. Поймай Кирка. Скорее. Расслабься, Гейл. Вот. Возьми это. Прикрепи к передатчику. Гейл! Гейл! Хорошо. Уровень нагрузки повышается. Отлично. Еще немного. Гейл, что с ним случилось? Я не знаю, но Кирк ушел. Я убью его! Вот и все. Осталось только убежать. Пойдем. Подожди, а как же Кирк? Что Кир? Если он еще жив, это чудо. Забудь о нем. Не забывай о задании. Вынеси сиделки. Извини, но у меня есть совесть. Я увожу тебя. Немедленно. Нет, уходите вдвоем. Я разберусь с Кирком. Что? Ты сошел с ума? Забыл о нашей ситуации? Третья энергия вышла из-под контроля. Оставаться здесь — самоубийство. Я знаю. Если я не вернусь через полчаса, уходите без меня. Эй, сделай что-нибудь! Кирк должен быть за стабилизатором. Почему ты его отпустил? Я наконец-то начала его понимать. Он прежде всего профессионал. Это его единственный метод действий. Ты права. Но я тоже делаю свою работу. К твоему возвращению все будет готово.
Ты получил своего человека, Гейл. Все еще злишься, верно? Давай, пошли. Регина, возьми это. Диск? На нем вся информация по третьей энергии. В том числе и подробности о том, как ее использовать в качестве оружия. Вот когда этот диск будет у нашего правительства, тогда наше настоящее задание будет выполнено. Так я и думал. Это настоящее задание? Наше задание — вернуть доктора Кирка. Это была официальная версия, которой они прикрывались. Твоему боссу с самого начала была нужна лишь информация. О чем это вы? Девочка, как ты не понимаешь? Это же так очевидно. Правительству не нужен я. Ему нужна третья энергия. И это оружие только для них. Это задание с самого начала было ложью. Правительство было уверено, что проект Кирка связан с каким-то оружием. Сама подумай. Инсценировка смерти, политическое убежище, секретный мирный проект на военной базе. А эта страна всегда славилась секретными разработками оружия. Правительство знало, что разрабатывается новое оружие, и хотело заполучить его. Нашим заданием было собрать всю информацию по оружию, чтобы только наша страна могла его использовать. А доктор Кирк — всего лишь дополнение. Не могу поверить. Ха, ты наивно называла меня чудовищем. Но если ты немного подумаешь, то поймешь, кто здесь чудовище. Не понимаю, Гейл, почему ты нам не сказал? Думаю, командование просто не было уверено, что вам можно доверять. А как насчет тебя? Я не хотел подвергать вас опасности. Эта информация могла повредить вам самим. Все это очень мило, но может, мы уже пойдем? Он прав. Пойдем, Гейл. Вот и награда за верную службу правительству. Грустно, правда? Пошли. Где Гейл? Что ж, уходим.
стучать по нашей ящерке. Заткнись и рули. Я разберусь с ним раз и навсегда. Вот, возьми это. И будь осторожнее. Ну вот, игра окончена, ребята. Да, после этого задания я по-другому буду смотреть на крокодиловые сумки. Thank you.
Получена почта. Отчет об операции «Доктор Кирк», агент Регина. Доктор Кирк, статус найден. Мы нашли доктора Кирка. Сейчас он обсуждает свои эксперименты с командованием. Гейл, статус погиб. Гейлу пришлось пожертвовать собой, чтобы защитить цель задания. Рик, статус жив. Рик анализирует данные, полученные нами на острове. Регина, статус жива. А я готова к следующему заданию. Том, статус погиб. Тома убила гигантская рептилия. Нам будет его не хватать. Купер, статус неизвестен. Мы потеряли связь с Купером в самом начале операции. Он так и не объявился. Диск, статус найден. Содержимое диска исследует отдел военных разработок. Задание выполнено. В конце у нас открывается еще один уровень сложности — экстрим, который является, как понятно из названия, самым сложным в игре. Ну, на этом, в принципе, и все. Чуть позже будет бонусный ролик, в котором я, как всегда, покажу много чего интересного, а именно дополнительные катсцены, которые не вошли в прохождение, еще одну концовку, некоторые развилки, мини-игру и многое другое. Увидимся в следующем видео. С вами был Чапаев, всем удачи и до новых встреч!